Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Сегодня такой будет интересный видос, ребята. Необычно немного для моего канала. Ну что ж, нужно внести какие-то изменения. Нахожусь я на Defense, на велосипеде на своем. Вот такой вот велосипед. Недавно себе купил. Видео не о велике, а покатаемся в Париже. Покатаемся. И снова эскалаторы. Эскалаторы нерабочие. Нормально. Зато на подъем все работает. Вы, наверное, уже знаете, я где-то писал в каких-то соцсетях, что впереди, буквально через неделю, точнее через 10 дней, у меня начинается путешествие по французским дорогам. Путешествие займет неделю, проеду я больше 500 километров. Итак, так вот, я купил велосипед буквально недавно, и сейчас его обкатываю, проверяю, все ли работает, настраиваю под себя, чтобы не было сюрпризов в дороге. А сейчас направляюсь в Пюто. И обязательно потом вот через этот мост начинается Аньер-сюр-Сен, Ней-сюр-Сен, и затем уже Париж. Мы туда обязательно поедем, но не сейчас, чуть позже. Итак, по велосипедным дорожкам нельзя ходить.
Заехал я в Париж. Нахожусь возле Терн. Точнее, это место называется... Значит, это вот дорога, значит, это улица, точнее, авеню называется, авеню Терн. Вот это ФНАК здесь. Налево идет авеню Ниль. И направо, как направо называется? Ну, короче, направо дорога на Триумфальную арку. Вот туда мы и съездили. Узнаете силуэты, купола, кресты и так далее. Это православный храм, точнее собор. Называется собор Александра Невского. Находится на улице Дарю. Симпатичное местечко. Его недавно отреставрировали. И здесь же находится русский ресторанчик Петроград, который постоянно пустой. И написано «à vendre». «À vendre» – это значит «продают его». Да, вот такой вот ресторанчик. Его уже продают. Здесь интересное местечко есть. Вот. Только все объявления написаны вот на этой стороне. Ну, а здесь тоже пишут. Видали? Еще работа, няня, уборка, глажка. Есть большой опыт работы. «Жерше фам де менаж». Русская женщина ищет работу, присмотр с детьми, уборка и так далее. Ну, тут в основном женщины, что это? Это глажка, уборка и так далее. А мужики, стройка и какая-то там помощь. Ну, на другой стороне объявлений масса. Thank you.
заехал, кое-что забрал. Смотрите, вот если происходят какие-то работы в Париже, да, допустим, вот на этом этаже делают ремонт, то полностью все ступеньки, лифт, если есть, все полностью обклеивается пленкой. Это обязательная процедура. Не знаю, как это происходит в СНГ. Ну, я думаю, в зажиточных домах все чистенько. А если в каких-то коробках обычных, вряд ли там кто-то клеит. Все так валяется, да и все. По поводу велосипеда. Купил я его пару дней назад. Сразу же купил багажник, потому что здесь будет сзади вешаться сумка на 70 литров. Потому что раньше я ездил без таких сумок, все было на спине. Это плохой метод. Итак, будет багажник, будет, здесь будет сумка. Дальше. Я поменял здесь резину. Раньше стояла резина здесь широкая с протектором. Я поставил ту резину, которая можно и где-то в лесу поездить. Ну, по грязюке, конечно, не очень поездить на ней. Но она такая универсальная. То есть можно и где-то в лесу, и по асфальту. Дальше, тормоза здесь, гидравлика, вилка, что самое важное, вилка здесь регулируемая, то есть можно ее заблокировать, она вообще не будет амортизировать. Дальше, велосипед, это велосипед считается, это, как он называется, CrossSup, Scott, от марки Scott, это Америка, CrossSup или SupCross, это говорит о том, что это такой микс, это и не шоссейный, и не внедорожник. Такое что-то среднее. Он не тяжелый, он весит 12 килограмм. Ну, с багажником. Багажник примерно где-то 600 грамм. То есть, ну и плюс я прицепил, что я сюда нацепил? Я сюда прицепил датчик, велосипедный компьютер, да, его называют. 750 евро. И плюс там я за багажник доплачивал, за суппорт и так далее. Примерно получилось 800. Внизу находится Шамп-Зализе, туда и едем. Ну, давайте, ребята, для вас зеленый. Ребята, здесь отличное место, спокойное, тихое и отличный вид. Это с другой стороны от Эколь Милитер, ну а дальше вы знаете, что это такое.
Если пойти прямо, там находится посольство Украины. Для информации. Надеюсь, вам понравился такой формат. Я протестировал велосипед. И в будущем буду делать похожие форматы, только уже буду рассказывать про различные районы Парижа, как я обещал. Ну что, всего хорошего. Пока-пока.